Кроссовки полностью прошитые, кроме подошвы. Подошва у нас приклеенная. Имеются здесь вот такие небольшие вставочки серебряные. Это придает небольшой стиль этим очкам. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной обзор с интернет-магазина AliExpress. И сегодня у нас два таких товара на сезон, когда немного потеплеет. Но ничего страшного, будем обозревать сейчас. Первые рассмотрим кроссовки. И сразу скажу, что стоимость этих кроссовок в районе 40 долларов. Так что посмотрим. Кроссовки у меня пришли в вот таком пузырчатом материале. Упаковку я уже выкинул, зачем вам это показывать. Так, вот такие вот у нас кроссовочки. Два штуки, разумеется, пара кроссовок. Вот так замечательно кроссовки выглядят, качество у них реально очень хорошее. Они полностью прошиты здесь, это не фейковая прошивка, а реально эти кроссовки прошили. Подошва этих кроссовок гнется, что очень хорошо, не будет она ломаться, мы будем бегать, и это будет очень удобно. Внутри также положили вот такой мягкий материал, чтобы кроссовок при перевозке не потерял свою форму. Что насчет материала, из которого изготовлены эти кроссовки, то я думаю, что это какой-то заменитель кожи. На самом кроссовке имеется вот такая вот маленькая табличка от производителя. Производитель Fashion. И производитель также написаны на самой подошве, как мы видим, Fashion. Сама подошва изготовлена из гибкой резины. Вам будет удобно ходить в этих кроссовках, так как подошва у нас гнется. Подошва не скользкая, так что вы не будете подскальзываться. Шнуровка у нас сейчас обычная, но по желанию можно перешнуровать. Что меня удивило в этих кроссовках, это то, что здесь нигде не обозначено, какой размер они имеют. Ни на подошве нигде не обозначено, ни внутри. Так что если вы заранее не знаете размер этих кроссовок, то узнать вы это и не сможете. Разве что по другим каким-то параметрам. Кроссовки по качеству реально хорошие, я уже их примерил и на ноге сидят отлично. Кроссовки полностью прошитые, кроме подошвы. Подошва у нас приклеенная, но я не думаю, что она отпадет. Кому понравились эти кроссовки, то ссылка на них будет в описании. Кстати, у продавца имеются разные виды этих кроссовок, то есть расцветки. Есть и черные, есть и белые, есть черно-белые, короче, разные цвета есть. Так что переходите по ссылке и интересуйтесь. Но мы переходим ко второй посылке. AliPrice.com. Ваш экономичный помощник для AliExpress. Вот у нас вторая посылочка. Здесь должны находиться очки, как у Джонни Деппа. Так что вскроем и посмотрим. Как и всегда, здесь у нас пожелание от продавца, AliExpress, понятное дело, мы не будем это читать. Так, у нас очки завернуты в пузырчатый материал, чтобы они не повредились при транспортировке. Так, внутри находится вот такой вот замечательный тряпичный чехольчик, в которых находятся сами очки. Чехольчик у нас на завязке. Так, вот такие вот у нас очечки, как у Джонни Деппа, типа того. Рассмотрим поближе. Так, достанем. Так, здесь у нас сами очечки. В комплекте также имеется вот такая вот небольшого размера салфеточка для того, чтобы протирать сами окуляры очков. Вот такие у нас очки, они полностью сделаны из пластика, и даже сами стеклышки у нас пластиковые, они не стеклянные, что очень плохо. Очки такого черного матового цвета, они у нас не бликуют, что довольно-таки хорошо, цвет такой приятный, я вам скажу. Имеются здесь вот такие небольшие вставочки серебряные, это придает небольшой стиль этим очкам. Но в принципе неплохие такие очки, если пользоваться ними аккуратно, я думаю, прослужат долго. Но были бы они из металла, было бы вообще круто. Но я думаю, что при такой малой стоимости этих очков, всего в 4 доллара, то они не могут быть металлическими и со стеклянными стеклами. Они у нас пластиковые и с пластиковыми стеклами. Ну, в принципе, я не знаю, что тут еще можно обозревать в этих очках. Очки довольно-таки неплохого качества, на любителя, сразу скажу, вот такого вот стиля. И если они вам понравились, ссылка на них будет в описании. Но в комплекте идет вот такая вот замечательная салфеточка для того, чтобы протирать стекла, если вы их залапали. И также имеется вот такой вот мешочек. Так что, друзья, вот такие два товара мы с вами сегодня распаковали. Распаковали вот такие замечательные кроссовки, которые реально хорошие. Мне очень понравились и подошли под мою ногу. И распаковали вот такие пластиковые очки, наподобие тех, которые носит Джонни Депп. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, пишите свои комментарии и не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. И с вами был, как всегда, Влад Ютубер, друзья, и до новых встреч, новых распаковок и, конечно же, самоделок. Пока!